Культурная трансформация Европы идет давно, и у нее, конечно же, есть бытовое измерение. Людей просят реже стирать, меньше пользоваться бытовой техникой, меньше мыться, ограничить температуру в помещении, дома и на работе. А сейчас еще и советуют питаться насекомыми. Еще чуть-чуть, и французская кухня может стать неузнаваемой. Итальянская тоже. Баварская колбаса станет чем-то неприличным, а британский стейк не политкорректным. На это вовсю работает Еврокомиссия.